Пришла сегодня в погреб посмотреть, как тут дела. Тут такая штука дышит. Мышь летающая. Как она сюда забралась? Страшилище. Когти видны и уши противны. И видно, как дышит. Ой. Я тебя боюсь. Летом они живут в сарае под черепи, под шифером. Хотя потрогать, что ли? А вдруг нападет? Носик? Покажи носик. Бать, какая здоровая. Что ты тут делаешь? Наверное, холодно, и ты не можешь летать. Ну, расправь-ка свои крылышки. Чудище. Ого, это что, ухо? Нет, ты пончик. И что с тобой делать? Ухо. Вот это да. Лапки. Вот это уши. Или это не уши? Чудище какое. Конечно, тут тепло. Ладно, живи. Только картошку не ешь.